вами не лапся. Это у нас, оказывается, 7-й стримчик по игрушке Sword Art Online. Я наконец-таки посмотрел. Вот, игрушка на Sword Art Online Alicization Alikaris. Да. Сорян, то, что вчера так быстро закончил. Что-то как-то хреновенько было. Поэтому пришлось закончить. Так, что у нас было вчера? Что у нас было вчера? Для тупчиков прошлой серии. А для нас это было вчера. Прошлой серии у нас было. Мы в новой локации, получается, сходили. Увидели новые цветы, которые были неким подобием как-то храмового дерева, или как он там, храмового кедра. Да, с реинкарнацией, нет, даже не реинкарнацией, а как-то... Ну, короче, с частичкой администратора, вот, которые создавали, получается, монстров, да. Также мы в прошлой части немного по... Господи, у меня все слова из головы вылетели. Поностальгировали с Асуной, да. Вот. И вроде как нам дали еще какое-то задание. Или нет? Или подождите. А что мне сейчас вообще по квестам? Собрать данные в Велирии. Так, а можно мне как-то создать пати? Я хочу создать пати. Так. Асуна. Асуна. Узнать состояние. Целительная агрессия, удачливость. Интересненько. Говорит. Подожди. Эй, Кирита, я собираюсь за покупками. Составишь компанию? Конечно, я хорошо знаю столицу и могу побыть твоим проводником. Ну, провожатым проводником. Здорово, большое спасибо. Ого, каждый магазин уникален, как будто мы и правда в сказочном мире. Согласись, совсем не напоминает мир игры. Но многое здесь похоже на то, что есть в реальном мире. Иногда только название и отличается. Да, некоторые фрукты здесь, например, на вкус и вид точно такие же. О, Кирита, только посмотри. В чем дело? Ого, сразу столько воспоминаний. Хотя неловко делать это на людях. Ты о чем? Ну, ты ведь помнишь? А, точно. Мы ведь все время ходили покупать всякое. Я просто не верю своим ушам. Ты ничего не помнишь, да? Чего конкретно, я не помню. Вот. Это почти точная копия той одежды, которую мы оба тогда носили. Постой-ка, что значит оба носили? Что? Серьезно? Ты не помнишь, что мы носили парные наряды? Парные наряды? А, точно. Как я мог такое забыть? Именно. У нас были парные наряды, когда мы были на 76-м этаже. Прости, я вру. Я все еще ничего не помню. Ну и ну. Поверить не могу, что ты не помнишь важную часть нашей истории. Прости, Асуна. Мне не хотелось тебя расстраивать. Да, мы ходили в парных нарядах, и все на нас пялились. Погоди, а зачем мы вообще это делали? Кирита! Так, погоди. Он реально потерял воспоминания какие-то? Ну что ж, начнем совещание на тему «Может...» Память Кирита восстановлена не полностью. Ты шутишь? Он ведь на самом деле не лишился памяти, правда? Это спорный вопрос. Возможно, он просто забыл этот эпизод. Но как можно забыть о таком важном для тебя и твоей девушки дне? Соглашусь, это просто бессердечно. Да, ты права. В любом случае... Было бы от чего слезы лить. Но только не в этот раз. Боюсь, тут мог сказаться способ, которым мы его пробудили.
Хочешь сказать, когда мы вернули его, это как-то... Как это называется? Самовосприятие? Да, мы установили Кирита, взяв за основу наше воспоминание и представление о нем. Это меня и беспокоит. По сути, мы могли не додать ему всего, что потребуется для полного восстановления? О, нет. Это было бы ужасно. Ну вот, черт. Все куда серьезнее, чем я думал. Мог же просто сказать, что у меня это из головы вылетело. Хотя теперь я в этом сомневаюсь. Но он ведь просто забыл о ваших парных нарядах, верно? И я не знаю. Просто похоже, будто он меня совсем не помнит. Даже не знаю. Надеюсь, мне просто кажется. Синон спешит на помощь. Спасибо. Наверное, все дело в этом. И это еще не все. Меня кое-что еще беспокоит с тех пор, как мы сюда пришли. Лифа? Да, в чем дело? Кири, ты сейчас кажется куда более зрелым, чем раньше. Что? Да, я тоже об этом подумала. Порой он ведет себя совсем не так, как Кирита, которого я знаю. Стоп. Я тут уже 2 года провела, разве я не должен был за это время возмужать? Кроме того, это повод для радости, а не беспокойства. Нет, это совершенно точно повод для беспокойства. Лиз? Честно, я бы не сказала, что забывчивость Кирита меня удивляет. Но если в его поведении есть какие-то странности, это тревожный знак. Алиса, ты меня и без ножа режешь. У меня нет повода сомневаться в том, что перед нами настоящий Кирита. Вот видите? Послушайте, Юджо, беспокоиться не о чем. Тем не менее, мне горько от того, что он не помнит того же, что и мы. Да, Юджо, ты прав. У меня нет друзей. Другого выхода у нас нет. Нужно сделать так, чтобы Кирита вернул все воспоминания. Но разве возможно вернуть человеку каждое из его воспоминаний? Есть мысль. Может быть, каждый из нас проведет время с Киритой и поговорит с ним? Отличная мысль, Силика. Будем болтать обо всем подряд и посмотрим, что он вспомнит. Учитывая, что нам вечно нужно бороться с волшебным зверем, времени у нас мало. Более того, Кирита может уничтожать греки, а потом нужен... Что? А потом нужен и передовой. Может. Верно, нам некогда сидеть и чесать языком. Да, все верно. Я переживаю за Кирита, но боюсь, тут ничего не поделаешь. Нет такой проблемы, которую нельзя решить толковым расписанием. Что ты хочешь сказать? Все просто. У нас же есть свободное время перед сном. Я не до конца тебя понимаю. И правда, отличная идея. Я знала, что ты поймешь, Силика. Короткая беседа перед сном не отнимет много времени, так? Иными словами, будем заполнять лакуны в его расписании беседами в палатке. Неплохая идея, но почему перед сном? Должно же быть другое время. Потому что когда Кирита не спит, он бьет чудовищ. Больше свободного времени нет. Отличная мысль. Как будто мы отправляемся в поход. Мне это всегда нравилось. Соглашусь, в последнее время нам с братом было некогда разговаривать. И я в деле. Мы не слишком устанем, если будем болтать вместо отдыха... Что? Отхода ко сну. Не хотелось бы, чтобы вы из-за меня лишили сна. Ну, если устанем, можем лечь спать прямо рядом с тобой.
Постой, Клис, ты в своем уме? Ну-ну. Мы делаем это, чтобы помочь Кирита. Любое неподобающее поведение исключено. Не этого ли ты добивалась? Возможности побыть наедине с Кирита? Даже не знаю. Должно ли это меня удивлять или раздражать? Эта женщина меня пугает. Ребята, мы забрели не в ту степь. Думаю, моя память в полном порядке, честно. Давненько мы с Кирито не устраивали ночных посиделок. Будет весело. И именно. Оторвемся по полной. Черт, Юджо. А, Юджо вылетел у меня из головы. Самый невинный из нашей компашки. Похоже, твое неполное восстановление и правда несколько серьезно, как я и боялась. Прошу прощения. Хорошо. В таком случае я тоже помогу. Скажи спасибо. Постой, Алиса. Вы же знакомы с ним совсем недавно. Плюс, мы бы очень не хотели отнимать время у командира рыцарей Всецелого. Неужто все забыли, что я тут приложила руку к пробуждению... Что я тоже приложила руку к пробуждению Кирита? Конечно, нет. Но речь слегка про другое. Пусть и немного, но мы провели какое-то время вместе, и я должна помочь. Да, она права. Плюс другая Алиса подтолкнула Кирита в нужном направлении. И ты, Юджо. Решено. Я тоже помогу тебе утрясти воспоминания, ясно? Идеально. Алиса и Юджо в деле, значит, все решено. Да ладно вам. Неужели мое мнение никого не интересует? Асуна, тебя устраивает, как все обернулось? Я беспокоилась из-за воспоминаний Кирита, и все хотят помочь. Я беспокоюсь. На этот раз я не буду возражать. Так, ситуация быстро вышла из-под контроля. По правде говоря, я немного переживаю, все ли у меня в порядке с головой. Пожалуй, я воспользуюсь их предложением. Надо убедиться, что моя память при мне. Ну, отлично, блин. Хотел ее взять в пати, а в итоге... Блин, подожди, а как мне вообще взять их в пати? Скажи мне, пожалуйста. Знаете, состояние. Это не то. Это все не то. Вот, отряд. Алиса. Ага. Угу. Ой, ясно. Сюда. Да, все. Так, а что это у нас Асуна стоит? Асуна. Ну-ка, пошли. Ну-ка, пошли. Ой, ну и ладно. Так, Велирий. Сутеркройс. Да, поехали. Не совсем я, правда, понимаю, где это Велирия. Но, по идее, где-то, ну, типа, город... В этой зоне. По идее. Ша будем смотреть. Мне вот, кстати, знаешь, что я уже не первый раз замечаю?
кто знает сюжет Сао, Лифа, Сугаха Киригая, приемная сестра Кирита, выжившая в Сао. Она ни разу не была в Сао. В смысле, блин, выжившая в Сао? Вот, вот что это такое? Она не была в Сао. Блин, хера у нее там меч, конечно. Угу. Угу. Привет, Арен. Так, подожди, броня рыцаря. А есть у нее вообще какой-нибудь кастомайз по визуалу? Основное оружие. Ну не, не, основное оружие у нее золотое, вот прямо это ее цвет. А броня? Ну это ее наряд. О, май. Хаори, ну не. Хотя Алисе, в принципе, Хаори. Блин, ну хз, ну в принципе ей идет. Особенно вот эти вот бабочки, да, или как они там, лепестки вот эти ее. Под ее скилл, под ее умение. Черный мечник нет. Вот это в принципе неплохо, но... не, ладно. Будешь со стандартной броней ходить. Так, я хотел у Асуны. Во, божественный свет. Так, ты у нас... 67 урона, а тут... А, тут 54 урона. Блин, ну как? Ну почему? Блин, ну тут рапирка прикольная. И выглядит она получше. Блин, подожди. Стой. Погоди, кстати. А у нее есть? В принципе, она тут выглядит неплохо, конечно, но... О, кстати. Во, я вот так тут сделаю. Раз нельзя изменить. Блин, ну почему тут нету наряда из САО? Ай, блин, было бы прикольно. Дела нормально, самочувствие тоже вроде нормально. Главное, чтобы как вчера не было. Так, тут больше нет, да ничего, ладно. 700 метров мне бежать. О, далековато. Сейчас где у нас карта? Угу. Угу. Мы забрали, это мы вряд ли справимся. Квест, телепорт. А нам вот сюда вот нужно пробежать. Ага. Ага. Так, ладно, хорошо. Тогда мы в принципе сможем сейчас по дороге. Тут, наверное, спрыгнем и пойдем прямо по дороге. По идее, я так думаю, мы до туда дойдем. Должны, по крайней мере. Да. Так, карта. Ага, поехали. А, у меня Twitch опять подлагивает. Привет, Твигост. Ну, Твичишь какой нехороший. Тихо. Я тут смогу более-менее безопасно спуститься. Ладно, 200 хп это не так много. И по дороге. Кстати, сейчас можем... Я не помню, правда, где он был. Этот лист, как он горит свет. Чё, как дела, ты просто? Давно что-то не заходил. Ля, домик. А, ну это пасека. 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 Так, слушай, мне с тобой тут делать нечего. А где? Блин, я что-то понять не могу. А где у нас, получается, этот цветок был? Что-то его найти не могу. Вот тут, что ли, где-то? По-моему, да. Ну-ка, и налево, да? Стоп. А, ну правильно, да, вот он. А, погнали.
Давай. Хорош. Ну, практи. Практи. Ага. Ты серьезно? Ну, вот ты... Так, я так понимаю, я опять где-то в жопе мира, да? Ну, естественно. Так. Ну, давай еще раз попробуем, ладно. Так, подожди, в смысле, я телепортировался? А, ну да, все правильно. Так, стоп, а куда мне? Мне вот... Да нет, подожди. Вот, мне вот сюда. Так, девчули, поехали. Опа, давай, поехали. Тихо, не успел. Да ладно. Умри. Вот так. Все, а теперь можно цветочек. Погоди, это у меня что там сейчас? А, нет, немного не хватает. Так, отлично, один цветочек. Ага, горяк на пасеке. Отлично. Так, что у нас тут? Горяк на пасеке. А, ну это сдать квест. Я так понимаю, да? И тут у нас тоже горяк? Походу. Ладно, ДПшнемся. Пофиг. Так. Ага, так, давай сюда. Сейчас квестик сдадим. Получим всякое. И хорошо. Спасибо, что избавились от этой мерзкой твари. Прошу, возьми это. О, 5 штук меда. Отлично. Так. Теперь нам на главную дорогу. То есть это куда-то вон туда. Наверх. Правильно? Правильно, неправильно? Правильно. Стоп, а почему теперь у меня там кое стоит? Что-то такого? Нет, все, убрать. Отлично. Так, и до города. До Велирии. Я понял, да, вначале нам как раз показывали вот эти вот ледяные мельницы. Я просто думал, типа, это какая-то ферма, там будет еще что-нибудь. Тут прям город. Так, стоп, тут у нас переход, а как мне? Угу. Чё, внезапная мутация? Кого, где? Кого? Кого внезапная мутация, вы чё? Ребятки, вы о чём? Чё-то я не вижу никого. Эй, тихо. Так, стоп, наверху может сюда? Внезапная мутация. Тут тоже никого. А. Ага. 45-я. Так, 45-я. Но мы его не одолеем. Как ни крутим. Это, во-первых, типа как мини-боссик. Это раз, а во-вторых, еще и типа с бафом на ХП. Ну такое. Не-не-не-не-не, спасибо. Я лучше в город побегу, как изначально хотел. Да-да-да. Угу. Зона боя покинута.
Единственное, сейф камня я что-то тут особо не вижу. Ну это ладно. А, во, сейф камень, отлично. Ага, замечательно. Так, ну мы в Велирии. Что вы нам можете рассказать? Мы прибыли в Велирию. Вы знаете, что делать? Да, нужно узнать о местных жителях. А не досаждают ли звери или грики? Поехали. Сэр Мечник, простите, но могу я попросить вас об одной услуге? А в чем дело? У меня есть поле, где я собираю травы для приготовления лекарств. Но там поселился жуткий цветок-зверь. Цветок-зверь? Он нападает на всех, кто приближается, и вытягивает из области все соки. Если не уничтожить его, поле скоро зачахнет. Это и правда серьезная проблема. Я что-нибудь придумаю. Большое спасибо. Да не за что. Так, а что у тебя есть? О, средняя трава, хилка. Но я, в принципе, не пользуюсь хилкой. Стоило бы. Сколько? А, да? То есть, малое лекарство по 50, а среднее по 1700. Интересненько. Хорошо. Хотя... Потом мы уже тогда поболтаем со своими. Да. Ладно. Так, есть еще кто-нибудь? Ты у нас что тут делаешь? Я. Да стой ты. Ладно. Рыбалка. Ага. Все, больше никого нету. Значит, так все плохо. Я думал, еще какие-нибудь квесты будут. Не, типа просто если бегать по одному квесту всего брать, ну это не прикольно. Сюда пускают только местных. Ну блин. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Приветствую. Рассказать тебе о здешней погоде. Да, давай. Судя по погодным изменениям и положению Солус, прогноз на 3 дня таков. Сегодня утром ясно, во второй половине дня облачно, а завтра будет облачно, местами дождь. А затем, судя по всему, будет утром облачно, а во второй половине дня ясно. Отличного дня, береги себя и возвращайся в любое время. Угу, дожди, значит, да? Ну, прикольно. Так, а чё у нас, где тут камень? Камень, 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 камень. По квесту, где он? Ну да. Давай, удачи ты, гост. А, не реагирует. Угу. А то есть, либо рано, то либо еще что-то. Либо квесты переполнены, кстати, возможно. Возможно. Так, ну я, по идее, сейчас бегу правильно. Сопилка. Сюда. Сюда муравьи. Так, стоять. Руду собираем. Руду 100% собираем. Так, никто же не нападает? Нет, никто не нападает. Главное сейчас мне выбежать туда, куда нужно. Только, походу, я не выбегу туда, да? Ну да. Блин, хреново.
Не так. А можно нас не переключить? Спасибо. Угу. Интересно. Опасно. Нормально. Так, еще одно. Привет, рейсер. Так. Хорош. Скола кварц. Тут у нас больше ничего нету. Остается. Подожди, а как мне попасть на поле? То есть мне получается не надо было вообще входить в пещеру, что ли? Угу. 17 уровень. В принципе, пофиг, ладно. Сидят. Так, рыбалка. Ну, рыбачить я сейчас не буду. Зато вот. Вот это я, пожалуй, открою. Ага, я его открою, потому что сначала надо будет сразиться с ним. Ну, сразимся, ладно, не проблема. Угу. Подожди, все? А что так быстро? Как дела, трейсер? Остается? Можно зафиксировать? Спасибо. Обидите. Я даже его подкидывать не буду, так сейчас добьем. Отлично. Зато сундучок открыли. Так. И. Сейчас на сундуке снято. Отлично. В какие игры ты играешь? Я таких даже не слышал. Это же САУ, ты чё? В смысле не слышал? Воплощение Титана. Ага. И что это у нас такое? Молот какой-нибудь? Ну, уже, не знаю, ну... Какого она вышла? 10-го? Да, на 10-го вышла. 10-го числа уже играем. С 11-го, вру, с 11-го. Так. Воплощение Титана. Что это у нас такое? Стоп. Угу. А где у меня воплощение Титана? Это не оно. А что это у нас тогда... Воплощение Титана. Не понял. Подожди. Предметы. Что у нас такое воплощение Титана? Клеймор из нержавеющей стали. Нержавеющий. В смысле? Где он? Рапира синей розы. Да, или что там? Рапира... А, синяя птица. Угу. А, во, воплощение Титана. Максимальный запас здоровья плюс 15. Затраты... ну, по факту, маны на лечение минус 25%. Контратака. 20% шанс увеличения при попадании врага. Атаки врага. Угу. Угу. Блин, а у меня, по-моему, некуда ставить... Ну такое, я думал... Мне вот интересно, тут вообще броня может выпасть какая-нибудь? Броня или что-нибудь еще, кроме оружия? В игры разные играем. Сейчас вот что-то на прохождение потянуло. Не знаю, не хочу я пока онлайн-игры какие-то играть. Особенно на стриме. Так,
В одиночку, если играть без стрима, то да, играю, а так не хочется. Да и народа нет, блин. Не знаю, как-то надо это... Как-то решать это. Так, стоп. Стоп. Если я побегу сюда, если я побегу сюда... Если я побегу сюда, то чё? А, ну там была водичка, а тут, получается, да, подход. Выход. Выход. А, это к лагерю сейчас, получается, выход сейчас будет, да? Походу, да. Отсюда тогда уже побежим на квест. Ну, потому что я, блин, другого выхода не вижу. Либо нужно было не забегать в пещеру, а оттуда, получается, вот как раз... Да, там поближе было бы, наверное, сразу же бежать на квест, а не в пещеру. Так, 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 так. Тут безопасно. Окей. Тут... Ага, безопасно, да. Отлично. 6 кхп просто в ноль. Замечательно. Так. Хилочку, да. Хилочку, да, пожалуйста. Мне тут, кстати, интересно, а если в воду... А, ну тут я не допрыгнул до воды. Если в воду упасть, он типа там как-то снимет хп или как? Или что? Это слизня, это все не то. Мне это не интересно. Мне нужно было добраться вот до сюда. Так. Стоп. Мне наверх нужно. Или вниз. Хода наверх. Наверх. Так, хорошо. А как мне туда попасть? А как мне туда попасть? Попасть, попасть, попасть. Ага. Вижу. Так. Ну, заберись. Ну, пири ты. Ну, давай. Ну, ты же прыгун у нас, блин. О, отлично. Так. Тут мы, получается, тоже забираемся, да? Да. Отличненько. Так, 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 так. Ну да, получается, тут пробегаем. И все. Это нам больше ничего не дает. О, цветочек. Сюда. Стоп. Не оно нужно? Вообще зверь. Ага. Здорово. Двадцать шестой. Ну, хз. Это будет сложненько. Угу. Ты почти угадал, Кирита. Блин, неплохо ты так сносишь, слышишь? А вот я ему ни хера не сношу. Это не весь хорошо. Отлично. Но дороже. Пол хп осталось. Так, поворот.
Отправление. Ворот. Да в смысле? Я же вернулся. Слушай, что-то, по-моему, я его не одолею. Угу. Не. Не, мы можем, конечно, его одолеть, попробовать, но это будет, во-первых, слишком долго. Это раз. А во-вторых, тут какого-то хера пчелы появились. Ага, интересненько. Ладно. Что, прости? Какого хера ты делаешь? Алёш! А ты что ты делаешь? Дурачок! Надо. Не. Надо как-то сваливать отсюда. Это жесть, конечно, была. Подожди, стоп. Тут его теперь нету, правильно? Правильно. Да. Что нужно было? Здесь нужен врагов, скрытый лесной краб. Окей. Только я все равно не совсем понимаю, как мне выполнить. Ага, это я так вот туда упал. Понимаю. Так, мне вот сюда. В эту сторону. Правильно? Правильно, но опять же наверх. Блин, я не понимаю, как наверх забраться. Так, ладно. Карта. Да, побежали от города. Потому что я не понимаю, как это оттуда добраться. Сейчас от города добежим. Посмотрим. Подождите. Что у меня тут квест какой-то делает? Как будто сдать можно. Нет? Нет, вроде нигде нету. Странно. Ладно. Или подожди, или... Стоп. Да, подожди ты, Кири, ты, господи. Твою мать. Так. Угу. Хреново обстоятельство. Если этот... Ну, хотя нет, это не тот цветок. Хотя, как она говорит, нападает. Тогда все возможно. Возможно, это он. Так, стоп. Это у нас вход в пещеру или нет? Или да, или нет, или да. Угу. Нам не сюда. Будет как в прошлый раз. Все обойдем, а в пещеру не попадем. Давай, господи, в пещеру. Это на квест. Так. То есть это где-то тут. Где-то тут. Тихо. Так, и как мне? Ага. Блин, я туда попадал. Я туда попадал через пещеру. Так, а можно как-то сюда вот наверх забраться, нет? Угу.
я сюда попаду? Я не помню, как туда забраться. Можно, конечно, попробовать, конечно. Но мне кажется, это хреновая идея. Стоять. Мне так кажется. Хотя... Ну, пофиг, в принципе, 600 хп, не так много, 700. Не так много потеряли, зато добрались. Так, куда нам нужно было? Так. Ага. 15 уровень цветки. Ну окей. Так, пробитие. Пробитие, пробитие, пробитие. Ну, отлично. Чё? Горяк на пасеке? А, да? Охерительно. То есть это... А, я понял. Я тебя понял. Ладно, хорошо. Хорошо. Я просто еще сейчас один шанс дам. Мы добежим сейчас до города. Также добежим до, получается, до этой пещеры, спрыгнем. Попробуем сразиться с цветами, если опять будет вылет. Или сейчас вот будет вылет. Значит, я, скорее всего, прекращу пока стримить, пока не выпустят хотя бы один патч. И потом уже будем смотреть, будет ли также вылетать или нет. Потому что я не понимаю, с чего вдруг... То есть игра идет нормально-нормально, а потом она просто берет и вылетает. Никаких ошибок, она просто закрывается, и все. Это они, кстати, говорят... В игре есть автоматическое сохранение. Угу. Да. Есть. Ну, видимо, не для меня. Оно создано. Все в ходе, блин. Хреново. Все отлично. Так, это нам обратно на ферму. На пасеку. Сдать квесты, оттуда по прямой дороге уже. Так, 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 так. Не сюда. Вот сюда. И отсюда по прямой дороге до города. Да-да-да, это все мы видели. Причем, я так понимаю, камень у меня тоже, да, не засейвился. Который мы тогда, помнишь, сундук открыли? Да-да-да, внезапная мутация.
Конечно, конечно. Причем юмор в том, что я вроде сохранялся. Зарегистрированная точка. Сохранить. Сохранение. Все. Или не сохранялся. Да, 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 это мы все читали. Тоже читали. Причем, смотри, экран даже сдвинулся. А все эти кнопки, блин, снизу. Забавно, я сейчас смотрю в ОБС. У вас получается интересненько. Интересненько. А, ну правильно, мне вот сюда. У вас получается верхняя и нижняя часть экрана, то есть вертикаль, она больше, чем у меня сейчас на экране показывается. Из-за этого некоторые кнопки не видно. Хотя, в принципе, они не так важны. Но все равно неприятно. Ты дурак? Скажи... Я не привязал ее. Я скилл вроде как сделал, но я его не привязал. Мечи уже убрал, думаю. Да, все, погнали на разбег, а? Так. Получается. Так, попутный ветер. Клинки убираем. Ага. И... Побежали. 600 хп там, да? Как-то. А, сейчас 158. Странно. Так, подожди, ну мне же сюда. Мне сюда. Поехали. Так, пробитие. Окей. А, да, ты прям скинул это пробитие. Прикольненько. Понимаю. Пораньше, когда там испуг 40% был. Значит, думал, побольше смогу накопить. Стой там. Угу. Так, ну тихо. Хорош там. Бузить. Прекращай, говорю. Блин, сколько у вас там хп, слышишь? Алло. На 3 уровня ниже меня, блин, а хп такое чувство, как будто выше меня. Вас бить-то можно.
почти угадал. Поэтому плохо пробуем. У меня шкала почему-то не набирается. Хрень какая-то. Угу, отлично, да. На, у нас. Пожалуйста. Я думал, Асуна умерла. Угу. Отлично. Но уже по хп, даже меньше. А куда? Угу. Можно цели как-то, нет? Спасибо. Ну и второй, отлично. Лучше назад было отойти. Не надо. Хорош, всё. Просто на Асуну все работало. Так. Замечательно. Лаванда. Ага. Все, больше ничего нету. Так, подожди, в смысле? Пускай тебя не прошел. А что у нас тут за квест? 40 метров. Внизу где-то что ли? Ай, замечательно. Что у нас тут за квест? Выбери ты, господи, мечи. Покажи мне гребаную карту. Спасибо. 17 метров. Подожди. Угу. Хорошо, я тебя понял. В каких-то дебрях там. В пещере, походу. Так. О, сэр Мечник. Цветок-зверь все еще там? Нет, я от него избавился. Поле в полном порядке. Хвала небесам. Вы просто герой. Разве следует девушке в одиночку собирать там травы? Обычно там не так опасно. В последнее время все усложнилось, и, возможно, придется менять планы. Но все равно спасибо за помощь. Да, не за что. Ожерелька. Ожерелька. Так. Что-нибудь еще?
Кажется, со зверями покончено. Да, заодно мы позаботились о низких греках. Почему бы нам пока не вернуться в столицу? Надо отчитаться перед Беркулем. Согласна, возвращаемся. Ну давай. Да. Угу. Ну, новые добровольцы ОГБК? На этот раз вас здесь целая толпа. А раз вы все тут собрались, почему бы вам не помочь? Научить их сражаться со зверьми? Нет, сейчас я хочу, чтобы вы помогли оценить их силу. Сразитесь с добровольцами и оцените их способности. Есть. В академии я всегда сдавал экзамены. Не думал, что сам буду принимать экзамен. У тебя куда больше боевого опыта, чем у ученика. Я все равно немного нервничаю. Юджио, дай хотя бы попробуем. Была не была. Ты показала отличное владение мечом. Серьезно? Вы здесь не чтобы устраивать дуэли, а чтобы понять, смогут ли они сражаться со зверьми. Согласен, извини. Ладно, следующий доброволец последний. Это ученик из Академии Мастеров Меча. Я займусь. Спасибо. Добровольца зовут Медина Артинанос. Что? Медина? Кирито? Что ты здесь делаешь? Но она способна сражаться. Церковь Аксиом простила твои преступления в обмен на сотрудничество? Да. Понятно. Я поражена. Никогда бы не подумала, что снова встречу тебя. Да, я рад тебя видеть. Не могу сказать, что особо рада, но меня удивило миросердие Пантифика. Вот оно что. Но это не важно. Что ты здесь делаешь, Медина? Моя цель осталась прежней. Восстановить честь дома Артинанос. Вот и все. Не знаю, примет ли церковь наш ущербный дом. Чтобы восстановить честь своей семьи, я должна добыть победу для церкви Аксиом. Я сомневалась до последнего, но все-таки решила ответить на призыв. Понятно. Оставим разговор об обстоятельствах, вернемся к делу. Дело? А к бою? Я пришла, чтобы сражаться с волшебными зверьми. Да, верно. Ну, ты нам подходишь. Что? Я сражался с тобой в Академии, и думаю, что ты достаточно сильна. А так можно? Никто не против, да?
Не возражаю. Дядя! А если Кирита говорит, что ты достойна, я не буду возражать. Да, она справится. Медина сильная. Значит, отныне ты официально работаешь с нами. Мы на тебя рассчитываем. Спасибо. Буду стараться изо всех сил. Да, до встречи, Медина. До встречи. Я буду помогать тебе сражаться с зверьми. Кирита. Кирита думает, что ты... Что да, но по командам распределяет командир Беркули. Конечно, когда мы увидим, на что ты способна, определим подходящую команду. Раз уж ты уже знакома с ними, то было бы проще просто определить тебя в их группу. Значит, я буду работать вместе с Киритой и Юджо? Верно. Что-то не так? Нет, сэр. Я никогда не стану оспаривать решение командира рыцарей. Значит, теперь я буду работать с вами, Кирита, Юджо. Со всеми. Добро пожаловать. Спасибо, что присоединилась к нам. Добро пожаловать. Мы рассчитываем на тебя, Медина. Снова встретившись с Мединой, мы отправились в столицу пополнить припасы. Вскоре мы получили новые донесения о зверях и греках. И когда мы уже были готовы выступать, до нас дошел странный слух. Эй, Кирита, ты в курсе? Что? Говорят, стало появляться много потерянных детей Вектора. Правда? Почему сейчас? Никто не знает почему, но похоже, они появляются повсюду. Да ну. Они появляются в мире людей, но ничего не помнят. Значит ли это, что они вошли из реального мира, но их воспоминания заблокированы? Нам до сих пор не удалось связаться с Кикоокой. Может, он что-то задумал? Кирита? Да, прости. Дай знать, если услышишь что-то еще о потерянных детях Вектора, ладно? Да, хорошо. Думаю, сейчас нам нужно пойти уничтожить парочку зверей и греков. О, Кирита, Юджо. Отлично. Я искала вас. Чем занимаешься, Медина? Командир Беркули сообщил, что я иду на это задание вместе с вами. Я не смогу срубать греки, но должна справиться со зверьми. Со зверьми. Отлично, рад, что ты с нами. Пора в путь. Добро пожаловать, Медина. Глава вторая. Спасение посетителя. Угу. Вторая глава и вторая подглава. Ты мой спаситель. Угу. Слушай, а что это у нас вот тут вот за квестик? Это кто? А кто это у нас? Ага, Джето. Аристократ. Не-не-не-не-не. Знаю вас, аристократов, сейчас. Ой, помоги, а потом иди-ка ты нахер. Не-не-не.